Впервые на Красной площади сводный оркестр полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации и творческие коллективы Университета Министерства внутренних дел Российской Федерации имени Владимира Яковлевича Кикотя, художественный руководитель и главный дирижер, подполковник внутренней службы Игорь Канулин. Ансамбля песни и танца, младший сержант Константин Ивлев и младший лейтенант Карина Зерова. Наши поздравления! Письма не получаю, ты далеко, и даже не скучаю.
благодарим дебютантов фестиваля за энергичное выступление. Прекрасное начало, ребята! Как держать?